Друзья, добрый день, вы на канале Boston Technic, меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812-19 2014 года выпуска. По лесе. В отличном рабочем состоянии. То есть никаких претензий данному комбайну нету. Он полностью в рабочем состоянии. Данный комбайн идет с тремя жатками в комплекте. Жатка на подбор. Вот данная установлена. Жатка напрямую зерновая. И жатка на подсолнечник. Данный комбайн обслуживался у официального дилера всегда. То есть ремонтом не занимались. Жатка PZ342. То есть только официальное обслуживание. Резина в достойном состоянии. Есть небольшое отслоение лакокрасочного покрытия, но это на работу не влияет. Огнетушители. Все комплектные и рабочие. Установлены измельчители, это заводские. Трешота. Клавиши все в отличном состоянии. Сейчас посмотрим кабину пилота. Кондиционер установлен. Все для комфортной работы. Друзья, очень выгодное предложение. Его. Еще раз напоминаю, в комплекте идет три жатки. Зерновая на подбор, на подсолнечник. Также данный комбайн обслуживался у официального представителя. Все делалось по регламенту. Если есть желание купить данный комбайн, обращайтесь к нам, звоните, пишите, будем ждать ваших звонков.